Участковый Александр Карнаухов уже 24 года в профессии. Начинал работать в Тульской области, а в 2007-м вместе с семьей переехал в Видное. Место для проживания выбрали не случайно. Уютный подмосковный город понравился всем. С тех самых пор и работает в Ленинском управлении Министерства внутренних дел. Первоначально я был участковым в поселении Володарского, о котором у меня тоже остались очень хорошие воспоминания, очень хорошие люди там живут. Я скучаю по ним и периодически в свободное от работы время, соответственно, я туда приезжаю, захожу в храм, захожу к батюшке, который знает меня, знает мои тайны. 2 года назад Александра перевели в Видновский отдел полиции. Сейчас участковый курирует новый микрорайон Купеленко. Наш герой не перестает удивляться, насколько тесен мир. Среди жильцов он встретил знакомых со своего участка еще в Тульской области. В своей работе Александр Карнаухов придерживается принципа человеческих взаимоотношений. Ведь порой для решения какой-либо конфликтной ситуации достаточно элементарного общения. Большинство обращается даже не для того, чтобы решили проблему, а для того, чтобы хотя бы как минимум выслушали и дали совет. Ты задаешь вопрос, а ты не можешь пообщаться? Он говорит, не могу. Поэтому 2 квартиры на 1 лестничной площадке, 1 выше, 1 ниже, собираешь их. Ребята, все равно вы можете написать большое количество заявлений, однако вы останетесь жить вместе. И давайте какое-то принимать решение для того, чтобы вы продолжили вместе жить. Конечно, бывает, что на веренной территории ситуация куда сложнее, чем соседский конфликт. Участковый уполномоченный выезжает на все происшествия. Тесно взаимодействует с оперативными сотрудниками. Но Александр Карнаухов старается не доводить обстановку на своем участке до критической. Все держит под контролем. Чтобы у моих жителей была нормальная мирная жизнь. То есть, уходя на работу, приходя с работы, он не должен думать о том, что где-то у него рядышком могло произойти что-то нехорошее. Он должен быть уверен в том, что есть я, есть мои коллеги, которые всегда могут в определенные короткие сроки прийти на помощь. Наш герой делится. Свободного времени нет, ведь на этой службе по-другому и невозможно. Однако находит время для любимого хобби – читать книги. Раньше даже писал стихи. Секрет успеха Александра Карнаухова прост – позитивный настрой. Участковый много улыбается и заряжает улыбкой окружающих. В этом году Александр Карнаухов представляет Ленинский округ на всероссийском конкурсе «Народный участковый». 7 октября стартует областной отборочный этап. По его результатам определят участкового, который будет защищать Подмосковье на федеральном уровне. Проголосовать за Александра можно на официальном сайте МВД России. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.